Вас приветствует канал путешествия на Алтай ТВ, где показывают съемки с дрона природы с разных мест Алтая. Приятного просмотра, полетели. Смоленский район расположен в юго-восточной части Алтайского края. Граничит с Быстроистокским, Алтайским, Бийским, Советским, Солонешинским и Петропавловским районами и городом-курортом Белокурихой. Общая площадь составляет 2022,91 квадратных км. Население на начало 01.01.2021 год 20479 человек. Смоленский район является одним из красивейших районов Алтайского края. Здесь расположены уникальные природные достопримечательности, легендарный остров Иконниково, живописное урочище Щеки, устье реки Песчаной, Точилинский барок. Близость городов Бийска и Белокурихи позволяет развивать деловой и корпоративный туризм, а большая численность сел, прекрасная природа, экологически чистые продукты, овощи, фрукты, сельский, семейный туризм и реабилитационный отдых. Если тебе понравилось видео, подпишись и поставь палец вверх или вниз. Если не понравилось, пишите комментарии, отвечу на любые вопросы. Всем спасибо, до новой встречи.